Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте. С вами, как всегда, я, Костян. Мы с вами вновь на Енисее. Енисей сегодня разочаровывает. Приехал я реанимировать переметы, как вы знаете, уже давно не был здесь. Ну и, короче, сел ловить ершей. Сижу я уже почти 4 часа и поймал где-то, наверное, штук 9-10. Максимум 11 штук. Короче, это даже мне не хватает на основной перемет. Вот такой вот у нас сегодня выход. А планы были грандиозные. Расширить лунки, перетащить перемет. Взял сегодня большую пишню специально. Не знаю теперь, хватит ли у меня на все это времени. Ёрш не клюет. Вот такая беда. Завтра придется двигаться на Тунгуску и искать ерша там. Пожалуйста, не просите меня ехать на какую-то еще рыбалку. Потому что Енисей у нас просто, блин, прям захлебнулся. Он весь залит водой. Я даже не знаю, каким чудом я проехал сюда. Мне просто повезло. Надо еще доехать до переметов. Не знаю, выйдет это или нет. Дорог нет, так как вчера гуляла метель нехилая. И все это метель загуляла. А под снегом сплошняком везде вода. Кое-как я сюда приплыл. Думал, может, перед Новым годом еще съезжу, порыбачу сорожку, но теперь я уже даже просто собираться не буду. Ладно, буду еще пытаться ловить, хоть, блин, штук 5 бы еще поймать, чтобы хоть один перемет наживить. Да буду двигать, может, успею пару лунок расширить. Ну, сначала проверим, пока еще светло, а потом буду долбить, сколь успею. Может, и переставлю все-таки тот переметик. Посмотрим. Взял сегодня вот такую пишню с собой. В принципе, простая четырехгранка. Сделанная не мастерами, а вот этими руками. Приходишь в котельную. Ну, сначала находишь железяку, переходишь в котельную и просто долбишь кувалдой себе пишню. Вешает эта пишня почти 12 килограмм, так что сил на нее уходит немало. Но зато лезет сама прям в лед. Будем смотреть, осталось у нас что нет. Пока есть время проверить, надо успевать. Вода идет наверх, он палку уже почти скрыла. Надо вести новые палки. Эти уже все надо обрубать. Уже все утонуло. Посмотрим, что тут осталось собакам, что себе. Дай, пятый день перемет не проверен. Чертова температура свалила меня аж на 3 дня. Ну да ладно. Можно сказать, побывал в отгулах. Вот. Один есть околевший.
пачкам есть пища. Первый крючок отгрузило. Кто-то там утверждал, что у меня тут перемет висит. За этим я слежу, стоянки добавляю. Тр-тр-тр стоять. Вот и бонус. Ее как-то усидел. Нифига, морду лица затянул себе. Всю морду разорвал. Аж глаз побелел. Там как? Наживлял я тут раз 22-го, что остатками ершей. Ерши мелкие были. Я налим соответствующий. Стой. Стой. Не изгибайся. Нафиг. Вот теперь можешь плясать туда в лунку. Давай. Давай, давай. Плыви и радуйся, что ты так мало зацепился. О, хороший околел. Нет, вода увеличила. Замерзли батарейки на камере. И эти, наверное, тоже недолго выдержат.
сегодня минус 22. Небольшой хиусок. О, этот заглотил этого домой. С ершом-то что-то беда какая-то. Ерш ушел, видимо, в ту сторону, где налим икру мечет. Видите, подзаглатывали. Ух, мечется как. Ала, почти отцепился. Почти не считается. Так что ты почти не ушел. А на том переметике вообще, по-моему, старые только ёршики оставались. Как я помню. Смотри, что я еще сегодня налимов наловил. Высидели. О, пасть разинута. Давно бай-бай. Всем сегодня наловилось. На последнем крючке. Сделал бай-бай. S3 в мою пользу. Три штуки собакам, а этих на паштет и котлеты. Че, вытираю руки. Рано так вытираю руки. Ладно, сейчас быстренько смотрим тот перемет, пока батарейка живая. Потом я тот наживлю и подолблю лунки. Посмотрю, если успею, то этот переставлю все-таки. Там будет видно. Успею, не успею. Свежую лунку выдолбить. Время надо, ну так-то я бензопилу с собой взял. Но когда на льду вода, бензопилу пилить тоже не актив. Как приятно.
Когда сухой лед, то бензопила здорово выручает. Не путай, не надо путать. Это там сильно покорябался, нет? Жить будет. Ну и на этом все. Пять дней и Енисей не огорчил. Очень неплохо отловился. Очень хорошо. 8 штук живых. И 3 снулых. И это нормально за 5-дневный срок. Ну, всем не хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке, а я буду работать. До свидания, друзья. До завтра.